С 9 октября в Десногорске действует волонтерская акция «Протяни руку». Добровольцы доставляют лекарства на дом тем, кому выходить на улицу крайне не рекомендуется. В первую очередь это люди старшего поколения, а также те, кто не смог уберечься от ковида и гриппа. Здравствуйте. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, ваше лекарство. Нужно заполнить бумажечку, все паспортные данные, и назад в пакетик ее положить и нам оставить. Ага, спасибо. Чтобы было безопасно для нас, волонтеров, мы не передаем в руки, не подходим ближе, чем на 1,5 метра к человеку, которому принесли пакет. Оставляем возле дверей, они заполняют, потом мы обрабатываем пакет антисептиком и кладем в сумочку. Акция «Протяни руку» проходит совместно с Десногорской медсанчастью. Там подготавливают наборы лекарств для каждого больного, а волонтеры доставляют посылки по адресам. Таким образом, удается разгрузить как медицинский персонал в больнице, так и обезопасить случайных прохожих, с которыми больной может контактировать на улице. За время проведения акции лекарства доставлены более чем 500 горожанам. В основном это люди 65+. Ну и те, кто болеет ковидом, то есть там разные и дети, и взрослые, бывает вся семья. Доставка лекарственных препаратов добровольцами штаба осуществляется по будням с 17:30. Телефон горячей линии 8 920 310 88 03.